Девочки, добрый день. Добрый день. Возвращаюсь с прогулки. Сегодня хорошо, но в лесу снимать не стала. Хочу с вами, подошла к дому, хочу просто вам сказать, что не теряйте меня, пожалуйста. Наверное, видео снимать денька 2-3 не буду. У меня очень такое большое... случилось несчастье. У меня внучка сломала ножку. Поэтому они лежат в больнице. Настроения у меня совершенно нет снимать видео. Поэтому прошу меня простить. Не теряйте меня. Вот. Вот такие дела. А погода на улице, конечно, хорошая. Не находится. Ни одного дня не пропускаем, чтобы благодарить. Ай, Господи Бога, за наши прогулки, за эту хорошую погоду. Этот февраль вообще выдался очень хороший. Сейчас просто подошла, рукавичку уронила. Подошла к дому, на солнышко встала. Так что вот, девчонки, вот так бывает. Каталась на лыжах и сломала ножку. Вчера у меня, конечно, истерика была. Лежит в больнице с папой. Ну, папа ее очень любит. Она к нему очень привязана. Поэтому сказала, останусь с папой. Так что вот, девочки, рассказала вам все. Маленько полегче. Думаю, дома не стала бы снимать, потому что Сашка тоже очень сильно переживает. Не хочу. А еще у меня сын должен приехать с маленькой девочкой, со своей внучкой, ну, с дочкой. Переживаю, что холодно так, в такие морозы поедут. Ой, не знаю, ну, приедут, если приедут, так, может, включусь к вам. Так что вот, девчонки. А на улице, конечно, небо голубое, бездонное. Такое прям. И на солнце витамин D получаем. Девочки, добрый день. Добрый день. Вчера не выходила к вам в эфир. Ой, не было совсем настроения. Думала, я снимать вообще больше пока ничего не буду. Я вам вчера говорила. А, я, наверное, не выставляла. Ну, может, прикреплю это небольшое видео. Ну, вроде ничего дела-то у нашей внучки. Вроде смещения нету сейчас. Гипс стоит. Посмотрим, врачи наблюдают. Все-таки в Вологде. Сегодня сейчас у меня Дима приедут с маленькой внучкой. Вот готовлю. Муж опять ушел к зубному. Так, сегодня, девчонки, смотрите, что я делаю. Сегодня я варю суп с фрикадельками. Ничего нового, конечно, вы тут не увидите. Значит, я сварила куриный бульончик. Опустила картошечку. Вот, она уже почти у меня готова. Сейчас опустим фрикаделечки. Я такие маленькие, вот такими маленькими штучками делала, чтобы они не крупные были. Ой. У меня здесь где-то было фарша грамм 400. Ой, брызгает. Я вот такие маленькие кружочки делаю. Фарш добавила, соль по вкусу, перец, немножко паприки и сухого чесночка. Все-таки повкуснее будут фрикадельки, потому что у меня фарш говяжий. Ну, из лося. Поэтому дальше на второе я делаю... А, ну, закончу с супом. Значит, суп с фрикадельками. Вот фрикадельки я опустила. Сейчас закипит.
И опустим мы поджарочку. Поджарка лук, морковь и болгарский перец. Один большой такой штука. И еще я сюда положу. У меня лапша. Тесто оставалось, и я сделала лапшу. Засушила и туда опущу. Дальше делаю на второе мясо. Помните, я вам показывала, как мясо тает во рту. Можно есть губами. Говядина. Где-то грамм на килограмм говядины. Но я вам тоже этот рецепт показывала. 600 грамм, вернее, килограмм говядины. 300 грамм лука сливочного положила. И 100 грамм масла сливочного. Вот сейчас оно у меня будет вот так тушиться на медленном огне. Дальше добавляем соль, специи, чайную ложку уксуса. Ну, я найдете видео, если захотите. Так и называют мясо, которое можно есть губами. В самом деле очень вкусно. Мясо получается изумительно вкусное. Так что вот. Ну и сейчас делаю либо пюрешку, либо спагетти. Это у нас будет обед. Еще чесночные булочки растворены. Ну, тесто-то растворено, вот оно у меня стоит на расстойке. А вот сейчас готовлю масло для начинки. Укроп и чеснок. Все это сделаю в лямбочку такую и уберу в морозильник, чтобы потом было удобнее резать. Ну вот так, девочки. Такие дела. Настроения, конечно, у меня из-за Дианки вообще нету. Но буду надеяться, что все-таки вот как так получилось, что сломала ножку. Ой. Думала, я выходить не буду в эфир. Вообще настроения нету. Ну ладно, не буду вам портить настроение. Сегодня у нас на улице совсем не холодно. 10 градусов, даже меньше, 9. Гулять я, естественно, сегодня не пойду, потому что мне некогда. А на ужин, не знаю, что на ужин. На ужин, наверное, манты сделаю сейчас. Может, манты, может, котлет. Посмотрю, что-то сделаю. Если невестка разрешит, то я вам покажу мою маленькую ноченьку. А уж не разрешит, так... Только пяточки и рученьки. Давно мы ее не видели. Соскучились, конечно. Вот видите, как и радость, и плохое, и хорошее ходит рядышком. Так бывает в жизни. Так бывает в жизни. Сегодня снежок идет. И прям такой мелкий-мелкий, но плотный. Девчонки мне позвонили, говорят, пойдешь сегодня, пораньше пойдем. Я говорю, не пойду никогда. Пока суп довариваю, пока. Пока то все. Потом булки буду печь. Сейчас приготовлю им в комнате. Диван разберу. Все постельным заправлю. Ну, как всегда. Встреча гостей, оно и хлопотно. Так что... Девчонки, не теряйте меня. Манты буду, если делать, так думаю, что я показывать вам не буду. Вы тоже это не один раз видели. Вот такие новости. А завтра мне на УЗИ. На УЗИ. Ой, это у меня на камере. Тут. Что мне там скажут? Страшно. Ну, надо, знаете, ко всему относиться с позитивом. Что есть, то есть. Значит, будем принимать какие-то меры, лечиться. Что же теперь, руки опускать не будем. Это точно не будем опускать руки. А так новостей больше, девочки, нет. Новости, видите, и плохие, и хорошие. Сейчас позвоню им. У них, наверное, обед. Позвоню, как у них дела. Но Яна мне вчера говорила, что вчера делали снимок, смещения нет. Поэтому...
Будем надеяться с Божьей помощью. С Божьей помощью. Ну ладно, девчонки. Ну тебя не видно. Не, я не надо. А я не щелкаю. Это у нас девочка играет. Девочка играет в игрушки. Приехала девочка к бабушке. Моя кошечка. Ой, такая маленькая Олюшка. Да. Ой, такая... Попой песенок бабушке, попой, Олюшка. Я уже все, песенки уже кончились. Все, песенки кончились. Да. У нее уже и взгляд. Поблинчи там, чтобы она голову подняла. Олюшка? Ага. Да блин. Поблинчать надо. Сейчас. Игрушечку. А где игрушки-то? Я вам сюда. Вот на...